Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Шримад Бхагаватам, песня первая, глава 11, возвращение Господа Кришны в Двараку, текст 37. Тамаям маньяте локо, хьясангам апи сангинам, атмаупам йена маунджам, Вья принванам ято Будха. Перевод. Обыкновенные материалистичные обусловленные души полагают, что Господь является одной из них. По невежеству они думают, что материя воздействует на Господа, хотя в действительности Он не привязан к ней. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь заслуживает особого внимания слово «абудха». Только по своему невежеству глупые мирские спорщики неверно понимают Верховного Господа и распространяют свои глупые измышления среди наивных людей с помощью пропаганды. Верховный Господь Шри Кришна есть изначальная предвечная личность Бога, и когда Его могли видеть все, Он являл все свое божественное могущество во всех сферах деятельности. Как мы уже объясняли в первом стихе Шримад Бхагаватам, он полностью независим и волен поступать, как ему вздумается, но все его действия исполнены блаженства, знания и вечности. Только глупые обыватели заблуждаются на его счет, не ведая о его вечной форме знания и блаженства, существование которой подтверждают Бхагавадгита и Упанишады. Его различные энергии действуют в естественной последовательности по совершенному плану, а он, совершая все действия посредством своих различных энергий, вечно остается верховным независимым. Когда он по своей беспричинной милости к живым существам нисходит в материальный мир, он делает это посредством своей энергии. Он никак не обусловлен материальными гунами природы и приходит сюда таким, какой он есть изначально. Спекулятивные мыслители не понимают, что он – верховная личность, и считают, что нет ничего выше безличного аспекта необъяснимого брахмана. Такие представления тоже порождены обусловленной жизнью, поскольку эти мыслители не способны выйти за пределы своих собственных возможностей. Следовательно, тот, кто считает Господа обладающим возможностями того же порядка, что и он сам, всего лишь ординарный человек. Такого человека нельзя убедить в том, что гуны материальной природы не могут влиять на личность Бога. Он не в состоянии понять, что зараженная материя никак не может повлиять на солнце. Спекулятивные мыслители оценивают любое явление с точки зрения своего эмпирического знания. Таким образом, полагая, что в браке Господь подобен обыкновенному человеку, они думают, что он один из них, забывая о том, что Господь может жениться сразу на более чем 16 тысячах женщин. Из-за своих ничтожных познаний они видят одну сторону медали, не веря другой. Это означает, что только по своему невежеству они считают Господа Кришну подобным себе и делают собственные абсурдные выводы, не соответствующие точке зрения Шримад Бхагавата. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитамина Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свападанчикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Пью Вайшне Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхактавринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Баталишима Тибхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуневади Пашчатя Деша Тарине. Тамаям маньяте локо хья сангам апи сангинам атмаупам йена мануджам вьяпринванам йету Будха. Обыкновенные материалистичные обусловленные души полагают, что Господь является одной из них. По невежеству они думают, что материя воздействует на Господа, хотя в действительности Он не привязан к ней. Здесь объясняется довольно тонкий момент, который является часто камнем преткновения для обычных людей. Когда Кришна нисходит в этот мир, его называют аватаром, то есть тот, кто приходит из-за пределов материи, из другой реальности. Но поскольку он действует в этом мире вполне, скажем так, вот мы как сейчас говорим, адекватно, да, то есть вот как человек, то обычные люди делают соответствующие выводы, что он не более чем человек. И понять, что он является представителем другой природы, вот для этого материального разума не хватает, его мало. Поэтому здесь и используется термин «абудха», «неразумный». То есть человек может быть вполне разумным по материальным понятиям, но настоящий разум – это разум, который понимает высшую природу. Поэтому человек по всем материальным понятиям разумный, он может быть там ученый даже, человек, известный человек. Но если он не ухватывает, не понимает тонкую, высшую духовную природу, вот с этой позиции он неразумен. То есть совершенно очевидно, что есть явления, которые не могут быть поняты обычным мирским разумом. То есть есть явления, которые могут быть поняты только возвышенным сознанием. И поскольку Бог, как так сказать, источник всего, естественно, он является наивысшим, то и сознание, которое может его понять или, вот, скажем, принять, хотя бы до конца понять все там какие-то тонкости, это для обусловленной души невозможно, но хотя бы, скажем так, вот, находиться на уровне такого какого-то адекватного восприятия Бога, для этого требуется другой разум. То есть большинство людей соприкасаются с материей, получают материальный опыт, понимают, что в этом мире возможно, что невозможно. Вот. И так формируется их обусловленное сознание. Вот. И когда нам говорят что-то такое, что противоречит сильно нашему опыту, у нас возникает такая скептическая ухмылка, что ну как такое может быть? Да? Вот. Мы не видели, чтобы там, рыбы летали вот, или там что-то такое происходило. Вот. Потому что у нас есть опыт, и люди говорят, ну вот практика, опыт – это критерий истины. Это верно. Здесь мы не будем с этим спорить. Но дело все в том, что опыт бывает не только материальный. Материальный опыт, да, он важен. В какую-то ситуацию приходит какой-то материальный эксперт и говорит, вот так, так и так, здесь у вас ничего не получится, а здесь получится. У него есть материальный опыт, при помощи которого он делает такие выводы. Вот, но в духовной сфере тоже есть опыт. Дивья пратьякша, то есть есть пратьякша обычная, материальная, пратьякша нумана, на чем основана наука, то есть люди исследуют материю, какие-то закономерности они описывают в виде там, каких-то законов, формул и так далее. Говорят, вот наша наблюдаемая реальность, что вы можете на это сказать. Да? Вот. И если кто-то, скажем, появляется и творит какие-то дела необычные, ну, люди говорят, это в основном мифология, то есть вот кто-то там просто кого-то обожествляет и так далее. Вот, то есть очень сложно пробиться, то есть людям с низким сознанием, или, скажем, сознание, которое исключительно обусловлено материальным эмпирическим опытом, им трудно что-то дать, то, что выходит за пределы их опыта. Вот, и поэтому они говорят, да, все, что у вас остается, это вера. Вы можете верить, не запрещено законом. Вот. Но с точки зрения разума, они говорят, это просто смешно. Ваша вера слепая, потому что она не подтверждается разумом. А разум наш исключительно материальный, основан на этом опыте, а опыты наши вот такие.
что вот у нас есть законы материальные, все, что выходит за их пределы, мы считаем, что это просто уже самовнушение, это вера, это там какие-то ваши, так сказать, какие-то мифы, в которые по своей легковерности верите. Все, разговор окончен. То есть обычно так, что их сознание, обусловленное их опытом и логикой, оно просто не впускает в себя никакую другую реальность. Вот, но находятся другие люди, которые, как мы знаем, это уже ну, из области невидимых явлений, когда они как-то, вот, может быть, неосознанно соприкасались с Богом на протяжении прошлых жизней, накопили вот это так называемое бхакти-агьята-сукрити, то есть неосознанное благочестие, и теперь они идут по этому миру, так же, как все материалисты, но когда в их сознание попадает что-то из области вот, духовного знания, почему-то у них это в сердце резонирует. И хотя у них также есть материальный опыт, они также ходят по земле, они также могут знать законы материи, но почему-то он, вот это вот духовное знание не вступает у них в противоречие с материальным опытом, и они не становятся скептиками. Хотя они такие же, может быть, вполне практичные люди. Но почему-то в их сердце есть некое какое-то, вот, какое-то место для существования другой реальности. Вот. И это объясняется именно вот этим вот сукритием, благочестием накопленным, которое допускает существование чего-то вот сверхъестественного. То есть люди называют, говорят, вот естество, природа, да? А есть что-то сверхъестественное. Сверхъестественное обозначает какой-то ну, другой природой обладающий. Поскольку эта высшая природа, она не записана в никаких формулах, вот в таких вот, скажем так, в терминах точной науки, она никак не отражена, вот, то люди говорят, ну, видите, это выходит за сферу опыта, и поэтому это не может быть никак логически обосновано. И поэтому он говорит, мы не можем с этим всем, так сказать, взаимодействовать. Но вот тем-то и отличаются люди, которые имеют этот вот опыт соприкосновения с духовным, что, имея опыт материальной жизни, они говорят, ну да, но это не все, есть еще что-то другое. То есть в их сердце вот это знание имеет вход. И обычно люди, глядя на других, хочешь не хочешь, неосознанно сравнивают себя с другими. Вот. И когда они видят что-то, они говорят, ну, в общем-то, так сказать, я тоже так могу. Они говорят. То есть когда кто-то там какой-то трюк сделал, говорит, да что, я тоже так могу. Почему он так сказал? Потому что его не спрашивал, ты так можешь, нет. Но почему у людей такая спонтанная реакция, а что, а я тоже не хуже, я тоже так могу. Почему он так сказал? Потому что люди неосознанно сравнивают себя с другими. Потому что они находятся здесь в таком немножко конкурентном режиме, где минимальная ступень «я не хуже», а максимальная ступень «вообще-то я могу быть лучше». То есть вот в этом диапазоне от того, что я не хуже других, до того, что я вообще-то должен превзойти других, вот в этом режиме сознания люди в основном и живут. И поэтому, когда им говорят о том, с кем они никогда не смогут сравняться, никогда не смогут его превзойти и ни в чем, это настолько вот болезненно для их эго, они говорят, нет, ну, то есть как это такое может быть? Потому что для человека вот это вот его эгоцентризм – это все, то есть его сознание искажено эгоцентризмом. Например, мы знаем вот этого известного героя Махабхараты Дурьодхана. Вот, то есть это человек, буквально имя его переводится как «тот, кто посвятил свою жизнь погоне за ложными ценностями». То есть как бы он стремится все время к ложным вещам. Вот, и он был своего рода как бы там пуджари на алтаре своего ложного эго. Он не позволял, чтобы над его головой даже зонтик держали во время дождя или сильного солнца. Что кто-то или что-то, может быть, выше его, это вообще никак в его концепцию не входило, понимаете? Никто и ничто. Даже зонтик не может быть выше меня, понимаете? Он даже к зонтику завидовал. Как это? Зонтик может быть выше меня. Но зонтику полагается быть выше него. Вот. А у Кришны нет проблем в том, чтобы сказать, над ним был зонтик. А у Дурьодханы есть такая проблема. Потому что его эго, оно не позволяет ему эти вещи. Знаете, и вот это вот постоянный такой режим сравнения себя вот с другими живыми существами, он и порождает такое мышление. И почему Кришна говорит «аваджананти мам мудха», то есть глупцы смеются надо мной, когда они скажут «мир в человеческом облике», почему? Говорит «парам бхавам аджанан», то есть они не знают моей парам бхава, моей высшей природы.
У них нет такого опыта. Вот. Но мало того, что у них нет такого опыта, у них нет такого желания, потому что у них есть совсем другая установка в сознании, что я должен превзойти всех. То есть, хотя мы думаем, что наука — это просто изучение материи и так далее, это просто вот такое беспристрастное знание, ничего подобного. Наука, она абсолютно мотивирована, она абсолютно корыстно мотивирована желанием не просто изучить, изучить с целью подчинить. Если, допустим, давайте так, мы изучили законы природы, но подчинять природу себе мы не будем. Это уже не наука. Наука, она ставит цель изучения, это теоретическая часть науки. А дальше что? Дальше мы теоретическую часть применяем. Для чего? Для того, чтобы подчинить себе материю. Поэтому целью науки, наука почему пропадает? Потому что она демоническая сама по себе. Не из-за того, что она изучает что-то. В изучении нет ничего демонического. Все изучают. Это наше желание познавать мир. В этом нет абсолютно ничего демонического в изучении. Но с какой целью изучение? Изучение с целью подчинения. И вот это уже демонизм. Потому, почему он демонизм? Почему так считается нехорошо, плохо пытаться управлять материей? Почему? А потому что она уже находится под контролем. Наша технология не в том, чтобы управлять материей, а наша технология в том, чтобы сотрудничать с тем, кто уже ее управляет. Вот и все. То есть действовать по его законам. Вот это будет полный унисон. Бог уже управляет, мы с ним сотрудничаем, поэтому мы получаем определенные божественные технологии, мы живем в божественном мире, мы не нарушаем его законы, все хорошо. Вот, то есть мы уже знаем, что уже управляющий есть. И принципиальное отличие современной науки состоит в том, что она не просто изучает, опять же, в этом нет ничего плохого, а в том, что она изучает сложной целью. С целью, чтобы показать, мы все контролируем, мы, значит, вот являемся высшим управляющим. Что является ошибкой? Потому что они не контролируют даже собственные чувства, не то что природу. Не то что природу. И вот это вот в этом и состоит самое главное заблуждение. И вот таким людям, неважно, что они там ученые, не ученые, у них умонастроение общее. Им практически невозможно, они не способны понять эту духовную природу. О чем здесь говорится, что обыкновенные материалистичные обусловленные души полагают, что Господь является одним из них. То есть люди всегда смотрят на других в таком конкурентном ключе, и они внимательно следят за тем, чтобы никто не вырвался, не обошел меня. Если он будет меня обходить, что я сделаю? Я поставлю ему подножку. Ну, это вот как... Допустим, как сейчас вот футбол, да, играть, прорывается этот самый какой-нибудь нападающий к воротам. Что нужно делать? Его нужно снести просто, поставить его под ножку, блокировать, за руку схватить там, за штаны, неважно за что, нужно остановить. То есть он не имеет права быть лучше. Он не имеет права. То есть вся игра, любая игра, это одни желают доказать, что они лучше, а другие пытаются им не позволить это сделать. Понимаете? И вот в этом весь интерес. Чье эго, кто кому нос утрет, понимаете? Кто кого? А все-таки этот удастся доказать, что он лучше или не удастся? Чье эго победит, понимаете? Вот это вот материальный мир. И поэтому, когда Кришна приходит в этот мир, люди, которые не имеют духовного опыта и которые вот с такой ложной установкой, у них появляется такое, так кто такой тут появился, понимаете? То есть мы тут пытаемся на своем поле деятельности контролировать, появляется кто-то, кого невозможно контролировать. Вот. И какое желание? Желание поставить подножку, опустить как-то там. Вот это вот Дурьотхана пытался, значит, сражаться с Кришной. Не впрямую, естественно, но так вот концептуально. Да? То есть Кришна хотел продвинуть своих людей во власть, а Дурьотхана говорит, нет, буду я и там своими какими-то кознями и так далее. Вот. То есть вот это вот и есть проявление мирского мышления, которое не позволяет человеку понимать духовные вещи. Вот они говорят, Кришна, он такой же, как мы, обыкновенный, все. Может быть, даже там не все жители этой Двараки, они и осознавали, что у Кришны было 16 108 жен, потому что это не так очевидно. То есть вроде бы как и очевидно, и не очевидно одновременно, потому что Кришна один, и он во множестве существует, и это трудно все понять. Вот. И поскольку духовный мир, Дварака, это влияние йога-майя, то есть духовной энергии, нам очень трудно понять, что они там на самом деле понимали и что они про это все думали. Вот, то есть одно дело отстраненно философски воспринимать все на уровне таттвы, другое дело воспринимать на уровне расы. То есть когда вот какая-то жена Кришны, она думает, что она у него одна, все хорошо. Представьте себе, как сложно было бы, наверное, жить, осознавая, что у него таких еще 16 107.
она там 108-я какая-нибудь, понимаете, да? Вот, то есть психологически это, наверное, сложно, поэтому под влиянием йога майи она думает, я единственная, я лучше. Хотя теоретически она знает, что там что-то еще есть. Но под влиянием иллюзии, это вот, она включается, ее раса, вот это вот восприятие через такое духовное чувство. Вот, и это философское понимание, оно уже этой жене, допустим, оно уже и не нужно, потому что эта философия, она в конце концов должна привести ее к отношениям. Вот у нее есть эти отношения, поэтому для нее вся эта там философия и все прочее, это только то, что отравит ей жизнь, потому что философия скажет ей, ну, ты одна из 16 108, и вообще он беспристрастен, и все прочее, и все прочее, и все, и раз, и тут же нету, понимаете? Философией можно испортить вот эти чувства. Понимаете? Вот, поэтому философское понимание, оно важно и хорошо, оно имеет свою, скажем, такую вот служебную роль. Для людей, которым достаточно вот этого философского понимания, такого отстраненного видением картины мира божественной, это называется тоже тип отношений, шантараса. То есть, когда люди все правильно видят, все хорошо, и им вот от этого хорошо, понимаете? Их раса вот в этом. Не от того, что они служат, а от того, что они все вот так вот вообще классно понимают, все видят замечательно. И вот эта раса, она их питает. Но близких отношений с Кришной у них нет. Как только они входят в более близкие отношения, сразу это вот такое тотальное, может быть, философское видение, оно пропадает. Потому что пока мать Яшода смотрела, что во рту у Кришны вся вселенная, было некоторое какое-то легкое какое-то благоговение, почтение, отстраненность некоторая. Потому что как я могу быть матерью того, во рту кого все находится вся вселенная? Ну, сложно. То есть мать, она смотрит, что ты там ел грязь, не ел грязь. Вот это ее интересует. А когда вместо этой земли, в смысле грязи, она увидела там землю, в смысле планета, она немножко опешила, то есть это вступило в противоречие с ее расой, с ее типом отношения, что для нее Кришна — это сын, ребенок, да, о котором нужно заботиться. И тут вдруг он показывает величие такое свое, что мать Яшода, глядя на него, ему в рот, видит себя внутри у него во рту, как она там опять... Все, понимаете, вот это вот вступает такая фрактальность, повторяемость, масштабность на разных этапах. То есть это может понять философ, йог, отстраненный человек, который глобально мыслит вот так, но мать Яшода находится в родительских отношениях, в расе. Поэтому она говорит, что-то, наверное, я перегрелась. Все. Вот. И когда, так сказать, Кришна понимает, что да, ей это не надо, он закрывает рот, и все, и она опять видит перед собой своего маленького сына, которого там нужно кормить, заботиться, там с него там пыль стряхивать и так далее. Все. Понимаете? Вот. То есть теперь вот эти вот отношения эмоциональные победили, вот. И мать думает, она думает, да, что-то там такое мне привиделось. Вот. То есть философия выполнила свою роль определенно, но привела ее к форме отношений. Вот. Это не обозначает, что философия не нужна. Она нужна на нашем уровне, она без нее просто никуда. Да? Вот. Но мы видим, как эти вещи взаимодействуют на более высоком. И точно так же жители Двараки, они могут понимать, что Кришна верховный, но для них важнее их личные отношения. Им вот эта вот раса, и вот, что вот для меня Кришна тот-то или тот-то, он друг или муж, это важнее, чем просто такое отстраненное философское понимание, как весь мир крутится там по его законам, и он и там, и здесь. Все это очень здорово, но это радость такого, радость гьяни или радость бхакты, которая находится на уровне этой вот шантарасы, то есть нейтральных отношений. Это счастье определенного уровня, которое является важным этапом в нашем развитии. Вот. Но когда человек идет дальше в сферу отношений, тогда эти вещи, они уже, эта остановка уже, скажем, ну, проехали немножко, сказать, это уже другой этап. Вот. А для обычных людей, когда они смотрят или читают эти вещи, у них ум, который основан на материальном опыте, на материальной логике, он так это скептически хмыкает, говорит, ну-ну, сказки ваши, так сказать, индийские. Вот. Просто потому, что вот у него есть эти два момента, конкурентное мышление, и он желает отдернуть любого, кто впереди его, вот это вот, ну, и, то есть, ну, то, что мы называем завистью, да, вот, и то, что человек внутренне неблагочестив, и поскольку он неблагочестив, то Кришна, находящийся в его сердце, не дает ему никакого понимания о самом себе, то есть он не допускает. То есть вот мы знаем, что даже к материальному знанию нужно иметь допуск.
к материальному знанию. Допустим, школу закончили все, но теперь вы хотите поступить в какой-нибудь там, не знаю, престижный университет. И что, всех берут? Нет. Жесточайший конкурс, отбор, собеседование. То есть получается, что даже материальное знание, получить материальную квалификацию, извините, не для всех. Приемная комиссия, она решает, что вот этот достойный кандидат, а этот, иди-ка ты лучше, так сказать, работай куда-нибудь там или что-нибудь другое делай. Да? Вот, то есть получается, что даже для материального знания, материального, но то, что называется в миру просто высшим образованием, даже это оказывается не всем доступно. Есть отбор, есть конкуренция, и выясняется, что кто-то недостоин. Недостоин. И поэтому он живет на каком-то своем уровне бытия, его не изгоняют из этого мира, он имеет какую-то свою нишу. Вот. Но если ты хочешь обладать каким-то более высоким даже материальным знанием, будь любезен, соответствуй. Все. И вот это вот как какая-то ступенька, которая является пропуском для него. Вот. Если даже материальное образование вот так, что называется, не всем доступно, да? Вот просто потому что... Ну, допустим, ладно, допустим, мы смилуемся над этим парнем, да? Он там, может быть, там как полбалла не дотянул. Ну, ладно, давайте мы его, простим и возьмем, да, возьмем. Но если он реально не тянет, да, вот его, допустим, приняли, да, и вот там какой-то профессор, значит, что-то объясняет, какие-то люди, они все понимают, да, а он сидит, глазами хлопает, он ничего не понимает. И что с того, что мы дали ему милость и приняли его в какой-то там престижный университет, а он сидит все равно глазами хлопает и не понимает, да. То есть выясняется, что это не просто какое-то вот искусственное ограничение, а что в этом есть некое естество тоже. Если ты не способен какие-то вещи понимать, ну зачем тебе заниматься какой-то наукой, которая, ну, требует совсем других мозгов, что называется. Да? Вот, поэтому это не просто какие-то вот элитарные препоны, что вот этих мы пускаем, этих мы не пускаем. Нет, это вполне естественные ограничения, что если ты не можешь, ну зачем тебе это? Да? Вот если ты там ходишь с палкой, да, с клюкой, да зачем тебе в олимпийскую сборную? Ты же не сможешь там ничего делать. Вот примерно то же самое. Да? Вот, и получается, что духовное знание, оно тоже не всем доступно. Вот, и здесь... Вроде бы как книги, там, что-то такое, записи, все, пожалуйста, слушай, да, вот, никаких нет, сказать, элитарных таких препонов или запретов, на, но человек сам не может это понять. Дайте ему все, дайте ему эти книги, дайте ему эти записи, дайте ему личное живое общение, пожалуйста. Но если человек находится в других абсолютно концепциях, в других понятиях, у него какие-то другие цели и так далее, он из этого общения, из этого как бы контакта с этим мышцами никакого блага не может извлечь, понимаете? На перспективу, да, он получает какой-то там просад, милость, течение времени, все эти вот какие-то в его сердце, вот эти вот все стопоры, ступоры, все эти препоны, все эти изоляторы, они постепенно распадаются, так действует просад, милость Бога. Вот, но в данную секунду мы говорим, ну вот собака, да, все, ну тоже живое существо, хвостом машет, ну дадим ей просад, да, она съела, вот, но в лекции она все равно ничего не поймет, книги она все равно читать не будет, мантру она все равно повторять не будет, да. Но мы знаем, что если она поела просад, все, в следующей жизни уже она может стать человеком и уже как-то там пойти дальше, да? В перспективе, да. Но если мы говорим про сиюминутное какое-то вот решение, сиюминутное оно вот такое. Ты сейчас готов или ты сейчас не готов? Вот. И получается, что большинство людей, оно не готово к этому. Кришна говорит, мануши нам сага срежу кашчиты таты ситха, ета там апи ситха нам кашчину амети татва. Он говорит, что из многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству. Из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Почему так? Все люди, руки, ноги, голова, вроде они все понимают один язык, они вроде бы живут в какой-то одной культуре, они все пользуются там компьютерами, телефонами, банкоматами. То есть на каком-то бытовом уровне их понимание более или менее общее, одинаковое, понимаете? Но в каких-то других сферах вот нет и все, хода туда. То есть получается, что они могут при помощи какого-то опыта материального освоить некое материальное знание, которое позволит им что-то там покупать, продавать, смотреть, читать, там как-то чем-то там манипулировать, какими-то там приборами, инструментами, механизмами. Вот. Но что касается вот сферы духовного знания, там какой-то ступор и все. Вот. И поэтому, когда люди... читают или соприкасаются с этой духовной реальностью, мы видим, что одни легко проходят этот порог восприятия, у них никаких проблем, они легко это приняли и пошли дальше, теперь они уже их отношения с Богом интересуют. А другие почитали, послушали, говорят, ну что это сказки, все, раз развернулись, пошли в другую сторону. То есть что-то такое в их сознании, оно не позволяет им пройти дальше, принять практику. То есть они даже не могут получить самбанха гьян, то есть они не видят, как все связано с Богом. Допустим, мы говорим,
практика, да, повторяй Хари Кришна, что-то там еще, поклоняйся, там, служи. Это практика, абхидея. Но она на чем основана? На понимании. Если я увидел самбанху, что я связан с Богом, самбанха обозначает, я с ним связан. Я сумел это понять, что я, запутавшись здесь в материальном мире, но я связан с Богом. И вот теперь я начинаю практиковать процесс абхидею. Для чего? Для того, чтобы эту связь, которую я философски, теоретически понял, для теперь, чтобы ее практически реализовать. Вот для чего я это практикую. Я повторяю Хари Кришну для того, чтобы прочувствовать, как Кришна присутствует в звуке. Я стараюсь читать их, стараюсь что-то там предлагать, служить, для того, чтобы то, что я философски узнал, теперь практически прочувствовать. Вот для чего я практикую эту абхидею процесс. Да? Вот. А человек не может начать этот процесс, если он не понял этой связи. Почему, думает он, я должен поклоняться вот ему, какому-то там Кришне, какому-то Богу? Почему? А он связи не видит, самбанхи, понимаете? И поэтому нет никакого энтузиазма, какую-то абхидею, то есть какой-то процесс практиковать. Он говорит, с чего это я должен в день 2 часа тратить там на какое-то бормотание, если я не понимаю, зачем это? Но если человек, благодаря своему духовному благочестию, понял, что у него есть с Кришной связь, теперь ее нужно практически осуществить. Вот для этого, с верой, с таким пониманием, он и тратит эти 2 часа, повторяя Хари Кришну, для того, чтобы эту связь прочувствовать. И все остальные формы преданного служения он практикует на основе вот такого понимания. То есть у него уже в сердце какой-то вот кусок невежества откололся, и вот это вот, оно стало сердце более восприимчиво к этой духовной энергии. Теперь на место этого материалистичного скепсиса пришла некая вера. Вера и скепсис, как 2 таких антипода, противоположные, так сказать, вот противоположные состояния сознания. Вот как Кришна в 4 главе Бхагавад-гиты говорит, что это вот самшая, сомнение. Это то, что делает человека несчастным. Он говорит, люди, которые исполнены сомнений, они не могут быть счастливы ни в этом, ни в этой жизни, ни в следующей. Он говорит, поэтому от сомнений необходимо избавиться. Он говорит, свет знания освобождает от сомнений. Ты должен стать асамшая, то есть свободным от этих сомнений. Да? Почему эта тема сомнений, она поднимается именно в 4 главе, которая называется трансцендентное знание. То есть знание как инструмент, который это сомнение разрушает. Знание – свет, сомнение – тьма. Вот так. Да? Вот почему говорят «тьма сомнений», не говорят «свет сомнений». Я нахожусь во тьме сомнений. Да? Понятно, потому что сомнение – это и есть тьма, да, а знание – свет, сомнение – тьма. Вот поэтому вот это вот духовное знание входит, и сомнения уходят. То есть, ну, то, что мы видим каждый день, да, солнце встало, или там утром мы встали, свет зажгли, бум, все сразу осветилось светом, все как-то такое более-менее привычное, понятное, нормальное, в темноте там какие-то тени, не поймешь что, как-то грустно все это. Вот, то есть духовное знание – с одной стороны, доступно всем. С другой стороны, есть какие-то существа, которые живут, ну, как, допустим, как кроты какие-то, они говорят, слепые, да, вот они живут под землей, там какие-то норки свои копают, там какие-то ходы, вот, и они на свету, им очень некомфортно, то есть солнце их слепит, и все, они хотят опять в свою норку залезть. Да? Вот, точно так же есть живые существа, которые живут в этом мире, ну, допустим, мы знаем, что вот высший мир, там, полубоги, мудрецы, потом люди, средний мир, демоны, эти дановы, они живут внизу. То есть они все тоже живут в божественном мире, они все поддерживаются божественной энергией, но их видение и сознание таково, что вот им комфортно вот где-то там. Все, вот есть люди, которые там, вот у них там ночные клубы, говорят, ночная жизнь города, вот ночью, то есть днем они никак не могут жить, да, днем они спят, да, но вот вечером, вот они чувствуют, у них какой-то кураж пошел, да, все вот это вот вечер наступил, и все, им хочется куда-то бежать, выйти туда, сюда, там как-то повеселиться, днем вот никак. Днем они говорят, ну что, тоска, а вот вечером, да, вот. То есть это люди с определенной гуной, с определенным таким сознанием собираются, у них там какая-то своя жизнь искусственная, да, зажигается искусственное освещение там во всех этих местах, и там что-то такое происходит, да, соответствующее этим гунам. Вот точно так же в больших масштабах, это вот культура демонов, допустим, вот эти вот низшие миры, вот, и мы знаем, что вот этот вот конфликт между божественными и демоническими натурами, он всегда присутствует и те, и другие, причем интересно то, что мы говорим демоны и полубоги,
голубой, как некая противоположность. Интересная историческая, так сказать, деталь, что у них один отец. То есть они изначально все дети Кашьяпы Муни. То есть у них один отец, но у Кашьяпы у него две жены, Дити и Адити. Да? От Адити пошли полубоги, от Дити пошли демоны, Даити их называют. Да? Но отец общий. Да? Интересно, что это как бы получается, они все братья по отцу. Да? Вот, или сводные братья, разные матери, но отец общий. Вот. И при этом, несмотря на то, что отец-то совсем не демон, отец мудрец, Кашьяпа, очень такая личность, аскетичная, чистая, знающая, все, да? Вот. Но порождение его абсолютно разное, потому что на разную почву попадает его семя. В одном случае это Адити, так сказать, женщина с божественным мышлением, в другом случае Дити такая немножко завистливая, что у Адити уже есть, а у меня нету. То есть вот это вот как бы зависть, ее настроение, желание быть не хуже, вот это вот и есть демоническое такое состояние. Все, и поэтому семя того же Кашьяпы на другой почве, оно дает совсем другой плод абсолютно. Да? И так вот эти вот Адити и Дити, то есть, вернее, господи, ладно, проще скажем, полубоги и демоны, да? Вот они из одного источника исходят. Абсолютно из одного источника исходит, но совершенно разные такие порождения, и между ними вечный конфликт. Демоны постоянно, регулярно лезут наверх, полубоги их там задвигают, они опять вылазят, они опять. Ну, это вечная борьба света и тьмы. Вот. То есть это все результаты того, как одно и то же живое существо может использовать свое сознание. Вот сегодня, так сказать, это Джая Виджая, стражники Вайкунхи, а завтра те же самые дживы становятся там Хираньякши, Хираньякашипу, жуткими демонами, которые кидают вызов тому, кого они вчера охраняли. То есть вот они стражники, вот они служат Вишну, да, а теперь они этого Вишну кидаются уже. С этой же булавой он защищал Вайкунху, и теперь он с этой же булавой кидается на того, кого он защищал. Как такое может быть? То есть сознание живого существа раз и изменилось, перевертыш такой, да, то есть это обозначает, ну, в данном случае это там, допустим, связано с проклятием и так далее, но принципиальное решение в чем? О выборе живого существа. С чем я взаимодействую? С божественной, с высшей энергией, либо я взаимодействую с материальной энергией. И вот люди, чей опыт сложился исключительно в соприкосновении с этой вот материальной энергией, вот, и если они еще не благочестивы, в духовном плане, все, они приговорены вот к этому материалистическому образу жизни, и все остальное в их сознание, оно просто не входит. Вот. И когда Кришна приходит, он говорит, они смеются надо мной, потому что они не знают моей природы. И он говорит, что они мудха, то есть они глупые, есть будха разумная, есть мудха. Корень везде один тот же, дха, дха или дхи, это сознание. Будха – пробужденное сознание, а мудха обозначает, наоборот, закрытое сознание. Мудха – это осел, а будха – это мудрец. Но корень тот же самый. Да, сознание. Какое оно сознание? Открытое высшей энергии или оно закрытое по отношению к высшей энергии? Мудха – будха. Кем мы будем? Да? То есть вот это вот зависит от того, какой выбор делает живое существо, какие у него желания. У него есть желание познать мир, чтобы покорить его, или у него есть желание познать мир в связи с тем, кто его уже контролирует? Духовный путь познания я познаю через божественную систему, как оно идет от Бога. Материальный путь познания я тоже познаю, но я принимаю знания не от Бога, а от учителей, которые просто там поставили какие-то эксперименты, описали их формы, говорят, вот наша наука, книга такая, там, физика, там, какая-нибудь химия, что-то. Вот наша наука, вот это наша веда, понимаете? Наша веда, она связана чисто исключительно материальным опытом, и там не должно быть никакого боженьки, они говорят, никакого, это вот, говорят, опасное заигрывание науки с боженькой. Вот они прямо так, вот они, один какой-то там академик, который, по-моему, уже это самое, все уже отошел, кажется, там какой-то Гинзбург был или кто-то такой, да, вот он прямо был вот как, ну, глава, так сказать, этой нашей науки, он прямо вот так, никакого вообще не должно быть там и близкое, что, ну, извините, это же часть реальности. Как это вы изучаете какую-то часть реальности и претендуете на всеобъемлющее понимание? Как это может быть всеобъемлющее понимание, если изучаю только одну малую часть, да, и не желаю понимать какую-то другую часть? Вот это подход. Это вот называется то, что Кришна называет в Бхагавадгите «Асурим Бхавам Аштха». То есть те, кто нашли убежище вот в этом вот мышлении демонов. А мышление демонов, оно таково, то есть они сидят себе на дне Вселенной, да, и что-то такое мыслят там, да, то есть они мыслят вот этими своими категориями на дне Вселенной. Вот, и
Поэтому все, что там сверху, их свет раздражает, понимаете? Их свет раздражает. Вот. А кого-то свет радуется, они сами свет излучают и живут в этом свете, все, и темные очки им не нужны. Все, их свет не раздражает. Вот. А демоны, они все в черном, черный, от всего отгородиться надо, все. Вот, вот мы такие, да? Мы светонепроницаемы. Вот. Наша культура — это тьма, что называется, да? Вот. И поэтому даже там посмотришь какой-нибудь смешной индийский сериал, там этот Шани Дев, да, все, полубоги, они светлые, да, демоны все черные такие, да, почему так, да, это не просто мода такая, да, это определенная философия, которая за всем этим стоит, понимаете, вот, то есть это моя эстетика, это мое кредо определенное, это мое отношение к жизни, что я светонепроницаемый, понимаете, вот, а другие полубоги, они такие радостные, счастливые, светлые, сияющие, да, у них там свои заморочки тоже есть, вот, но смысл в том, что они наверху, потому что они не против высшей природы, у них есть там свой тонкий материализм, но в целом они проводники светлой энергии, вот, поэтому... Вот это вот внутреннее желание, оно дает человеку уже определенную тенденцию развития, и когда, куда бы человек ни развивался, теперь он создает, вернее, формирует такое сознание, которое либо пропускает духовное знание, в себя впитывает, либо он становится какой-то, обретает, знаете, иммунитет. Как вот, допустим, делают там детям какие-то прививки, да, для чего делать? А для того, чтобы был иммунитет там какому-нибудь столбняку, там, полиомиелиту, там, чему-то там еще. Вот, то есть они говорят, вот есть такая опасность. Да? Точно так же атеизм или материализм — это некая прививка против духовности. Вы смотрите, чтобы там, не дай бог, вы там что-то там, какой-то храм зовете, какая-то книжка, иначе там страшная секта, она вас затянет, вообще мозги вам промоет, деньги все ваши отберет там и все прочее. И люди говорят, о, да, спасибо, что мне прививку поставили. Теперь у меня есть прививка против сект. Да? Вот, то есть и люди думают, что это реальное благо. Да, конечно, благо. Вот, потому что духовное знание — это страшная угроза для материалистического образа жизни. Так они думают. Да? Хотя в действительности духовное знание не представляет никакой угрозы ни для кого. Вот, но оно может сделать жизнь человека гармоничной в материальном духовном плане. Но когда разум находится в невежестве, Кришна говорит, он не знает, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, что связывает, что освобождает. Он не понимает просто это все. Потому что его разум обработан определенными вот этими влияниями из определенной культуры. Вот. И поэтому мы видим, что на одно и то же явление такие вот разные реакции, потому что эти реакции, они исходят из сознания. Сознание, связанное с духовной природой, сознание, не связанное с духовной природой, и поэтому оно воспринимает все духовное как что-то такое, от чего нужно отгородиться, то есть и понимая, где место таких людей, какова их судьба, мы понимаем, что как вот три мира, одни выше, другие ниже. Вот, люди, которые с такими философией живут, этим, собственно говоря, и они определяют свое и настоящее и будущее, потому что в иерархии мира всегда свет наверху, а темное внизу. Солнце всегда над землей. Нет такого, что солнце внизу, земля наверху. Ну, нет такого, понимаете? Таких картин не существует. Найдите картину. Солнышко находится внизу, да, а наверху там, значит, земля. Нет таких картин. Здесь земля внизу, солнце наверху. А под землей там кто-то еще живет, да, какие-нибудь там червяки и все прочее. То есть просто такова картина. Поэтому люди, которые боятся духовного света, этим они определяют свое нынешнее и будущее состояние. Фактически они уже кандидаты туда или сюда. Вот. И в этом и состоит, собственно говоря, свобода выбора человека. И отсюда вытекают все его оценки, восприятие, уже духовная реальность и так далее. Хари Кришна. Да. Природа женская на создание демонов.
Это не единственный текст в Манусамхите, поэтому мы не можем на основании одного этого стиха сделать все остальные. Это один из стихов Манусамхиты, который подчеркивает важность вот этого животворящего мужского начала. Вот, есть немало, так сказать, тоже утверждений о важности женского. Иначе церемония очищения перечати не называлась бы Гарбадхана самскара, потому что гарбха буквально это чрево. Понимаете? Вот. А это, так сказать, извините, уже женское заведование. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что вот, если все определяется по отцу, а мать там вообще любая, да, вот, тогда почему это Гарбхадхана Самскара? Почему это именно очищение чрева материнского, понимаете? Если это совсем не важно. Вот. Поэтому важно и то, и другое. Важно и то, и другое. Поэтому, если мы принимаем, допустим, слова Ману, то мы должны не просто какой-то один стих взяли о важности вот этого чистоты мужского семени, и все. Этого мало. То есть мы принимаем концепцию целиком, целиком, и где есть и то, и другое. Вот. Поэтому здесь очень важно, ну, скажем так, не половинчато, а именно целиком все эти вещи воспринимать. Также можно и Кришна тоже, смотрите, он говорит в Бхагавадгите, 14 глава, какой там 3 или 4 стих, он говорит, агам биджа прадапи, он говорит, что все живые существа рождаются из чрева этой материальной природы, вот, а я отец, дающий семя. То есть получается, что если он отец, дающий семя, то мы все должны быть, ну, прям как Кришна, понимаете? Вот. Но тогда почему вот это вот Махадьони, то есть вот это вот чрево материальной природы, да, из него же рождаются живые существа? Откуда появились все эти козявки, там всякие эти вот червяки, жуки там и прочие там комары, там клещи, какие-нибудь пиявки, да? Это же Кришна, отец, дающий семя. Чего же они такие кривые получились, да? Вот. Потому что чрево материальной природы, оно связано с гуна-кармой, понимаете, с гуна-кармой. Вот. Поэтому один и тот же дождь идет, да? Один и тот же дождь. И вот одного и того же дождя растут сорняки и полезные растения. Как так? Несправедливо, да? Один и тот же дождь. Вот. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что семя может быть одно, того же кашьяпы, да, но кроме материальной природы, кстати говоря, материальной природы, есть еще же что такое? Свабхава. Свабхава – это индивидуальная природа самого живого существа. Иначе как такое может быть, что у одних и тех же родителей, даже сейчас не будем брать, что у кашьяпы было две жены, окей, у какого-нибудь мужчины одна жена, да? Большинство людей одна жена, да? Почему у него дети разные? Этот ребенок вот такой послушный, а этот вообще там сорвиголова. Один академик, другой там в тюряге там срок мотает, понимаете? От одного отца и одной матери. Как такое? Может быть, одно семя и одно чрево. Потому что это еще свабхава, то есть личная природа живого существа. И вот один и тот же дождь поливает одну и ту же землю, но то, что-то из этой же земли, в этом же на одном квадратном сантиметре, полезное растение и сорняк. Как так? Есть свабхава, понимаете? Да. Вот по этому вопросу есть такая глава Шримад-Бхагаватам, называется «Неурочная беременность дити». Да. То есть это беременность, которая возникла в ненадлежащий момент времени. То есть фактор времени был причиной. И еще там объясняется, что у нее была зависть к своей сестре, а в нем она еще вожделение пробудила. Хираньякашипу, соединение зависти и вожделения двух факторов. Да, то есть еще такое ситуативные вещи, да, состояние. То есть вот ситуативные, связанные с временем и с настроением. Время и настроение тоже важно. Ценное дополнение. Еще какие-то вопросы? Пожалуйста. Можно ли сказать, что практикуя многие годы, если осознаешь Кришну как Бога и не имеешь духа служения, что в этой благочестии... Не имеешь что? Не имеешь духа служения. Служения не имеешь? Ну, духа. А, духа служения. В этой благочестии, ну, именно духовного, а не материального. Проявляется так в чем вопрос? Но вопрос, как его получить? Что получить? Благочестие. Те, кто занимается духовной практикой, уже занимаются духовной практикой, у них вопрос духовного благочестия не стоит. Вопрос духовного благочестия стоит у тех людей, которые начнут или не начнут. Те люди, которые уже начали,
это обозначает, что благочестия у них духовного вполне достаточно. Но проблема в другом немножко. Проблема состоит не в том, что у них нет благочестия. Проблема состоит в том, что кроме этого благочестия у них есть также кое-что другое. И вот эти вот самскары прошлого, вот какие-то такие вритти, да, или папа-самскары, то есть греховные самскары, они тоже могут достаточно глубоки. И теперь мы имеем двойственность. Теперь мы имеем человека, которого достаточно благочестия для практики духовной, вот, но при этом еще у него достаточно вот эти вот глубокие какие-то греховные самскары, которые не позволяют ему выйти на стандарт определенный. Вот, а в этом вообще нет никакой проблемы. Проблема возникает в том случае, когда мы берем и вот эту вот дживу, которая находится на пути возвращения обратно к Богу, и начинаем ее оценивать с позиции стандартизации системы. Понимаете? Вот. То есть проблемы здесь вообще не существует. Для Кришны нет никакой проблемы в этом. Он видит, Кришна видит, что это живое существо развивается. Но если мы посмотрим на это живое существо не с такой беспристрастной позиции Кришны, а с позиции стандартизации вот некой системы, которая, допустим, ну, не знаю, какой-нибудь цех, который выпускает некие детали. У этого цеха у него есть определенные стандарты, понимаете? И вот там их меряют вес, размер, плотность, там что-то еще, какие-то они проводят испытания. Говорят, вот эта деталь, она прошла вообще все тесты, она соответствует стандартам, отлично, проходит. А это, по виду очень похожее, брак, понимаете? То есть система отбраковывает некую деталь, но Кришна никого не отбраковывает, понимаете? Поэтому если мы оцениваем, скажем так, живое существо с абсолютной позиции, в этом нет вообще никакой проблемы. Но если мы оцениваем живое существо с позиции вот такой ситуативной стандартизации некой системы, проблема некая есть. Мы говорят, ты не можешь с этим получить инициацию. Он думает, какой кошмар, какой я падший. Вообще нет никакой проблемы. Вообще нет никакой проблемы. Потому что человек развивается. И Кришна видит это. А человек это видит? А? Если бы он не видел никакого блага от своей духовной практики, несмотря там на какие-то, так сказать, на какой-то материальный он бы этим не занимался, понимаете? Именно потому, что есть какой-то тоже духовный опыт, какое-то понимание, и оно побуждает человека развиваться дальше. Поэтому мы можем оценивать людей по стандартам систем, и можем оценивать людей, скажем так, на более широкой шкале, что это живое существо, оно уже прошло все вообще формы жизни, оно уже находится на предпоследнем этапе, еще чуть-чуть, да? То есть это существо очень высоко находится. Но если мы говорим о системе, которая говорит, ты должен сейчас стать Уттама Адхикари, я тут же оказываюсь в самом низу. И мне так грустно, я думаю, ну вот я падший, там, да, я то не могу, все не могу, какому-то там принципу не могу следовать. Да? То есть по стандартизации системы, которая заточена на высочайшие стандарты, я в самом низу. А если я беру, так сказать, и оцениваю по стандартизации Рупы Госвами, который говорит, допустим, в «Нектаре наставления», в одном из последних стихов, что да, там выше людей, занятых кармической деятельностью, там стоят гьяни, там йоги и так далее, он описывает, то получается, что человек, практикующий преданное служение, независимо от стандарта следования, он в глазах Кришны, это вообще ну, практически уже все, кандидат в вечность, понимаете? Вот и все. Поэтому как вы себя оцените? Через ситуативную призму организационных стандартов. Либо, так сказать, вы будете оценивать себя вот, на шкале своего вот этого развития от червя там какого-то там, да, до человека, принявшего бхакти, но в этом бхакти пока еще там имеющие какие-то примеси. Вот и все, понимаете? Поэтому в какую систему оценки вы себя вставите, такое вы представление о себе и будете иметь. Организационная оценка. Организация вам выдаст 2 балла, допустим, да, за такой стандарт. Вот. Но вообще-то вы на шкале эволюции, вы уже там почти что кандидат в духовный мир. Вот и все. Да. Прошу прощения, вот поясните такой момент. Это самое. Вот сейчас вот с климатом что-то вот сейчас живем. Что-что климат? Климат у нас стал настолько ухудшаться. Климат стал ухудшаться? Да. Что вот я служил на Камчатке, вот вопрос задайте, да, понятно. Это долго будет продолжаться? Воды, там, прочее. Климат ухудшаться. Да, потому что даже трава плохо растет. Конечно, покосы, она вот такая всего, а она уже вот такая. Угу. Ну вот видите, тоже оценка идет с позиции синокосов. Вот эти вот синокосы говорят, вот что там этот... Только. Ага. Ну...
Динамика Кали-юги такова, что все позитивные явления, они и становятся меньше. Вот, поэтому все вот эти вот, скажем, если мы оцениваем ситуацию на языке природы, да, что там что-то там климат хуже, там трава не растет или что-то еще, вот, это все проявление, скажем, состояния живых существ на уровне ади-дайвики. Ади-дайвика – это реакция природы. Реакция природы на сознание людей. То есть мы знаем, что наступает маха-катаклизм, да, там маха-пралая, разрушение Вселенной. Когда? Когда не осталось благочестивых людей. То есть тогда вот эти вот все негативные, и там появляются, там, то дуют бесконечные ветры, то там льют бесконечные дожди, то светит ослепительное солнце, там все выжигает. То есть это все называется адидавика. Шримад-Бхагават там описывает эти все вещи, 12-я песня, да? Что это все реакции полубогов на то, что сознание людей уже ниже плинтуса опустилось. Вот, поэтому, учитывая реалии Кали-юги и динамика, что вот она набирает свою силу, вот эти вот реакции полубогов через природу, через рост травы, через ухудшение климата и так далее. Это все закономерные вещи, понимаете? Где-то слишком жарко, где-то слишком холодно, что-то такое происходит. Вот. То есть это обозначает одну вещь. Нет стабильности. То есть мы знаем, все сводится всегда. То есть любые оценки в материальном мире, они всегда сводятся к чему? К трем гунам природы. Три гуны. То есть Кришна дал гениальную систему оценок нам. Как можно оценить любое явление, да? Вот, и когда мы видим, когда люди радуются, говорят, ну вот, наконец, погода установилась, да? И вам гарантировано, что и завтра будет солнце, вы говорите, о, отлично, поеду на море, поеду в отпуск, все, у меня стабильная погода, да? Это гуна благости, понимаете? Стабильная. А если солнце встало, вы пока там со своего этажа спустились вниз, а уже там дождь идет, вы говорите, ну, е-мое, что такое, да? То есть все планы мне поломали. Это означает, стабильности нету. То есть, а стабильность, значит, гуны не хватает соответствующей. Гуны не хватает. Вот, поэтому, или какая-нибудь другая гуна. Настолько жарко, что вообще не хочется никуда выходить. Там, да? Допустим, мой там сын переписывается со своим другом там, в каком-то там свой чат, там, он сейчас в Майяпуре. Он говорит, вообще я на улицу выйти не могу, за 40 температура. Хотите солнышко? Ну, поезжайте, да. Но это там будет такое солнышко вообще, что вы будете сидеть где-нибудь там вообще в подвале и там тихо это ругаться себе, думать, когда же все закончится, когда наконец дождь пойдет, или какой-нибудь прохладненький туманец, понимаете? Вот. А мы тут сидим в прохладненьком туманце и думаем, о, когда же солнце, так сказать, вылезет. Вот. То есть поэтому вот либо то, либо другое, все эти вот крайности обозначает, потому что благость обозначает гармония, понимаете? Благость обозначает не жарко, не холодно, гармонично, нормально, понимаете? Вот. И когда вот этого не хватает, какие-то крайности, либо туда, либо сюда, аномальные холода, аномальная жара там, или что-то еще, это обозначает, нету благости, понимаете? Вот. А и в Кали-югу ее, естественно, нету. Ее становится меньше, ее есть, ну, абсолютно минимум, понимаете? Вот. И, естественно, возрастают другие гуны, крайние гуны, невежество и страсть. То одно, то другое. Страсть, допустим, там раджас, это вот жара будет, да, там такое ослепительное солнце, вот, а тамас, это будет наоборот, там какие-то жуткие холода, или там все вот такое вот мрачное, там темное, холодное, там все такое, то есть разрушительное, да, вот, то есть эти две гуны, они действуют вот таким вот образом, и все, и люди говорят, ну что ж такое, ну, поэтому Кришна говорит, давайте там на Вайкунтхе, хорошая погода, все это самое, но мы говорим, нет, мы привыкли к двойственности. Давайте жить в ожидании лета, а потом жить в ожидании там, какой-нибудь золотой осени или чего-нибудь там еще. Да? То есть люди никак не могут жить сейчас, потому что сейчас их ну, никак не устраивает. То есть у них концепция их счастья в голове, и все то, что происходит за окном, у них не сходится. Понимаете? Поэтому они все время ждут чего-то. Когда же там у нас что-то, погода улучшится, не знаю, там экономика улучшится, еще что-нибудь улучшится. То есть они ждут того, чего не может быть. Понимаете? Потому что в Кали-югу действуют низшие гуны. Политики, там, экономисты, кто угодно, они могут обещать, что хотите. Да? Вот. Но люди, которые обладают знанием, они говорят, его обмануть нельзя, потому что он видит гуны. Он видит гуны. Если мы говорим, мы прибавим того, там, мы сократим это или что-то там еще, ему показывают какой-то там экономический механизм, который должен стать лучше. Этого человека его нельзя обмануть вот такими вещами. Потому что он понимает, что процессы жизненные, они вообще-то от другого зависят. И экономика, артха,
Это не главное, что есть в жизни. А главное, что есть в жизни, это дхарма. Понимаете? А дхарма, она вся основана на нашей связи со Всевышним. Не бывает дхармы, не связанной с Богом. Понимаете? Дхармам ту сакшат бхагават пранитам. То есть дхарма, она дается Богом. Поэтому дхармы, ее не может быть без духовности. Понимаете? И когда вам говорят, у нас есть замечательная программа, 500 дней там, или сколько-то там еще дней там, по улучшению там, какой-то экономики, это все, извините, для людей, которые ну, не понимают законов развития. Понимаете? Вот. А человек, который понимает законы развития, его невозможно обмануть какими-то там политическими, экономическими там, манипуляциями. Мы там уже, у нас уже, смотрите, растет экономика там, или что-то там еще, там, сейчас вот это, сейчас вот то. То есть человек, его, вот обычного обывателя, его легко обмануть, потому что он не понимает, на чем вообще все стоит, понимаете? Но человек, который обладает знанием, его нельзя обмануть, потому что он понимает, на чем все стоит. Он понимает, что основой всего является дхарма. А какие-то там популистские заявления того или другого, сейчас у нас будет то или сё, это просто слова, понимаете? И люди, которые давно живут, они эти слова много раз слышали уже от других людей в другие эпохи. Все это уже было, понимаете? Но просто у людей короткая память, поэтому их можно легко обманывать еще. Еще и еще обманывать. Поскольку у них разум слабый, слабый разум, начинается слабая память. Слабая память, все. Он ничего не помнит, понимаете? Вот, поэтому пропагандируется чувственное наслаждение, которое притупляет разум, а разум связан с памятью, одна из его функций. Все. И теперь этого человека можно обманывать всю жизнь, понимаете? И он будет верить. Понимаете? Я помню, как в детстве мне говорили, что будет коммунизм. Где? Не знаю. Теперь сейчас опять что-то говорят, и еще. То есть, ну, поскольку я давно живу, меня нельзя обмануть, понимаете? Плюс еще не просто давно живу, а есть знание, которое дает другие моменты. А есть люди, которые давно живут и по-прежнему продолжают верить в сказки. Нету знания, понимаете? Нету понимания законов развития. Вы говорите, трава не растет. А я вам объясняю, в чем дело. И говорит, сколько еще будет продолжаться? Ну как, до конца Кали-юги будет продолжаться. Все в худшую сторону. Но это преданные, они постоянно проповедуют, делают усилия, ну не имею в виду конфессии, но они делают усилия. Так. Подъем, то есть даже выше всяких гун, но вот с климатом все это проще делать, показывает, что... Для того, чтобы что-то изменить, необходима определенная критическая масса, понимаете? Понимаете? Я могу изменить атмосферу в своей квартире, но я не могу изменить атмосферу, допустим, в доме, или в районе, или в городе, или в стране. Вот для того, чтобы изменить что-то в больших масштабах, нужна определенная критическая масса. Но тогда обозначает, что кали-юги не будет, а она есть. Поэтому человеку приходится практиковать свою духовную жизнь в основном внутри. То есть в Кали-югу довольно-таки сложно реализовать какие-то масштабные благостные проекты. Вот в основном, вот если мы навели как бы благость хотя бы в своем собственном уме, сколько там пространства ума, я не знаю, там кубических сантиметров или километров, я не знаю, да? Но если мы навели, перевели в состояние благости свой собственный ум, это вот наша территория внутренняя, да? Это хорошо. А когда преданные говорят, мы сейчас мир спасем, ну, хорошая идея, замечательно. Вот, но все же происходит изнутри наружу, понимаете? Вот, допустим, Прабхупада, движимый невидимой божественной шакти. Вот он приехал в Нью-Йорк, да, и раздвинул границы, все как-то люди, какие-то другие стали появляться люди, какие-то другие возможности. Вот, допустим, его сознание, его чистота, она была вот проводником вот этого всего. Где-то чего-то сознание стало меньше, уменьшилась сфера влияния, все, понимаете? То есть все это зависит от сознания, то есть высшее меняет низшее. То сознание, да. Важность наличия вот таких вот могущественных духовных людей, да? Могучие духовные люди, да, они двигатели этого прогресса, вот, но они, может быть, встречаются, такие личности, редко, да, не всегда, но они дают нам принцип, при помощи которого мы, если можем изменить, ну, не мир, то хотя бы себя. То есть потенциала изменить себя у каждого достаточно. Не у каждого достаточно потенциала изменить мир, или город, или место, где он живет. Хотя Прабхупада говорил, да, что когда он говорил, что типа там, значит, как там,
куда бы ты ни пошел, кого бы ты ни увидел, каждому говорю о Кришне. И так, стань учителем и освободи свое место, где ты живешь. Понимаете? Да. То есть это получается, что человек, когда он сам более-менее свободен, да, теперь он на основе этой вот духовной силы, своего настроения, он передает другим, и мы освобождаем, что не просто какое-то место, а мы даем возможность людям, потому что место само по себе, оно нейтрально. Какая-то площадка там, что вы на ней построите, автостоянку или храм, месту все равно, понимаете, что там будет, да? Но людям не все равно, что здесь будет, пивбар или храм, понимаете? Вот, и это они решают, что здесь будет стоять, понимаете? Вот, поэтому самое главное все это преобразование своего собственного мира. Последний, да. Правильно ли я понимаю, что благочестие людей, которые населяют определенную территорию, определяют климат? Что-что? Население людей определяет климат? Определяют полубоги, но, как мы заметили, да, что они реагируют определенным образом. Вот, но есть места, которые, скажем так, ну, как физический мир, да, можно сказать, что вот на экваторе всегда тепло, да, всегда тепло, и там не может быть холодно, потому что таков расклад. Да, вот, и пускай там живут какие-нибудь пигмеи в Африке там, или еще какие-нибудь там где-то папуасы, да, и что же, они такие благочестивые, да, что у них всегда тепло, да, а у нас тут не очень. Да. Вот, здесь связь между метафизикой, она всегда вторична. Физический мир, он всегда вторичен. То есть я знаю, что мое физическое состояние физического тела, оно будет улучшаться или ухудшаться, зависит от того, что я думаю внутри. Внутри я принял для себя какие-то правильные концепции, стал правильно жить, и мое тело почувствовало себя лучше, правильно? Или я, допустим, там запил горькую, там, и вообще живу непонятно как, и вот в моем теле там все деструктивные процессы. То есть мое тело, оно всегда вторично по отношению к сознанию внутри тела. Вот, то есть в этом смысле... физическое состояние, оно не просто вот такое, ну, как бы стандартное, потому что, вы меня простите, да, но какая-нибудь там не южные страны, там Финляндия, мировой экспортер клубники, допустим, там Голландия, мировой экспортер там цветов, да, а страны вообще не южные, понимаете, вот, а некоторые южные страны из какой-нибудь северной Финляндии или Голландии, они будут экспортировать цветы клубники, это как вообще, понимаете, то есть это говорит о том, что физика, она опять же, так сказать, ну, подвластно метафизике, то есть определенное какое-то сознание, с которым люди там или сям живут или жили, допустим, из прошлого. Вот это вот, допустим, сейчас они, может быть, уже, я далек от идеи там идеализировать финнов или голландцев, да, но, скажем так, человек может быть плохой, но при этом богатый, потому что у него есть наследие из прошлого. Но когда оно закончится, наследие из прошлого, все, он проел свое наследство, теперь все, извините. Теперь вы будете, там сказать, уже мерзнуть, там ничего там, никакой клубники и цветов там больше не будет. Да? Вот, поэтому здесь нужно понять, что вот эта вот связь физической картины, ситуации, климат, все прочее, и метафизическое, то есть состояние сознания, которое за этим стоит, оно связано, но оно связано нелинейно. Понимаете? То есть вот как бы я сейчас сказал Хари Кришна, и вокруг меня раз, и солнце, давайте туман развеем, давайте. Но ведь этот туман нынешний, он же связан не с тем, что мы сейчас поем или не поем с Хари Кришна, а уже с кармой места, которое сложилось на основе кармы прошлого. Поэтому связь сознания и физического мира, она есть, но она нелинейная, понимаете? Потому что приходится учитывать карму прошлого. И эта инерция также имеет место. А? Время, фактор времени, да. Да. Потому что там как бы говорится о том, что это вечная весна, плюс 24 это средняя температура годовая. Соответственно, туда стремятся жить, ехать далеко, может быть, не благочестивые люди по своим качествам, но, в общем-то, с другими кошельками. Да. Это говорит о том, что сегодня они находятся в раджасе, а климат находится в благости. Да. Но климат сформировался благодаря предыдущим людям, которые тогда носили. Да. Да, да, да. А когда, так сказать, эта самая карма исчерпается, этот маленький Тенерифе, он просто уйдет на дно и не будет никакого Тенерифе. Все. Испания лишится своих заморских территорий, так сказать. Потому что карма исчерпается. Все, на этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.